Даже когда за окном зима, в рыбацком домике Евгения Тодолева тепло и уютно. Наталья Хорохорина, она всегда очаровательно улыбается. Прямая спина, улыбка, глаза. А с таким собеседником пережидать непогоду одно удовольствие. Было ощущение, что это прям вот будет бомба? Ну, конечно. Артистки же сами в магазин не ходят. Тем более, когда очаровательная гостья буквально сбивает с ног сенсационными признаниями. Были же какие-то школьные увлечения. Я на тебя на экране смотрела, я, можно сказать, влюблена в тебя была. Золотая рыбка. Наталья Хорохорина. Если я хочу, чтобы меня узнали. Вы включаете, да? Меня узнают, да. Премьера. Смотрите в пятницу в 17:20 на телеканале «Москва. Доверие».